Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Ну, как спастись? Вы спрятались. Кому я буду отвечать-то? Желтому пятну? Да. У нас очень большие ресурсы. Я могу дать вам их адрес. И там мы в скайпе встретимся. Но я не вижу никого. Кто-то вас так напугал? Или вы должник, или алименщик? Кто такой? Я? Ну, я сын Божий. Нет, не, так просто не прячется никто. Он прячется от кого-то, чтобы не узнали, где он находится. Разные ники, аватары придумывают. А вы тоже от кого-то прячетесь, судя по всему. А мы открыты везде. У меня в Ютубе только 13 700 роликов. Это класс. Что за наши грехи умер Господь Христос. Прям умер. Он придет, воскресший Господь, придет на облаках. И будет общество. Когда, а когда придет? А этого не знают даже ангелы. Но уже близко, согласно того, что должно перед этим случиться. Так, а что случилось? Ну, что случится? В Иерусалиме должен быть храм подготовленный. Именно в Иерусалиме? Именно в Иерусалим, так написано. Потому что Антихрист этот, Машиах, сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога. Так. Это написано во втором послании к Фессалоникийцам 2.4. Так. Я дальше, ну, я слушаю. Ну, дальше, дальше. Треть человечества будет уничтожена в пламени огненном, как Содом. Потому что вот эти однополые браки, это содомиты. Это все будет уничтожено. Это грязные люди. Это грязные, страшные. И говорит, за это Бог сожжет землю. Из-за этого? То есть Бог нас всех любит, но сожжет землю? Ну да, верующим это не повредит. Написано, сгорит земля и все на ней. Так в Библии говорит. О, апостола Петра. Так, верующие тоже сгорят. Верующие Господь восхитит на небо. Они не пострадают. Вот вы сейчас сколько, смотрите, в себя дым это глотаете. Это убийство, самоубийство. 12 лет жизни уже отнято. Рак легких и гортани. Вам это надо? А вы уже не... А вы не можете ничего сделать, потому что делающий грех есть раб греха. Но если... Так это меня сын сатаны подсадил на эту штуку. Если сын, говорит, освободит вас, Христос, свободны будете. О, сколько дыму-то, я не видал столько дыму. Как вулкан Везувий. На это начало конца. Столько дыма не бывает без просто так. Ну да. Как бы уже готовься, видишь, сжигать пытаются тебя. Иоанн Кронштадтский говорит, курящий, говорит, уста свои делает демонской кадильницей. Вот как, что сатана делает с людьми. Даже воздух. Бесы вселились в меня неверно. Вот, о, окаянные бесы. Да, конечно. Это бесы любят разложение вещества. Они минуты не дают человеку. Надо все время что-то хлебать, пить, дымить. На уровне разложения вещества. Демоны любят это. А верующие, Господь от всего этого освободил. У него счастливая жизнь. Он в Боге, знает, для чего живет. И смерть его не страшит. Апостол... А почему ты так веруешь в Бога и не в церкви? А я в церкви нахожусь. Так это разве церковь? Нет, это не церковь. Мы пришли из церкви. Мы же не в церкви живем. У меня такая биография, что мне позволено людям говорить о Христе. Я прошел тюрьмы и лагеря за Слово Божие, как политзаключенный. Я видел... Политзаключенный. Да, ну, за веру не судили, а за то, что... Бог дал тебе испытания. Испытания большие дал. И я вышел живой. Вышел живой и там проповедовал, преступники каялись, следователь уверовал. Начальника тюрьмы Бог привел к покаянию. И все вели себя мирно после этого? Ну... Как дети Божьи. Видите, даже вам минуту не дает отдыха. Вы сегодня смеетесь. Так ты изгони из меня беса. Нет, нет, это надо по желанию вам, чтобы вы бросили вот эту дымилку свою и молились. Пост и молитва изгоняют демонов. Какую молитву читать? А молитву такую, скажите, Господи, прими меня в число рабов, исцели от демонской силы. Так я не раб, я человек. А вот человек. Раб. Человек. Я не раб.
Но человек-то, вы понимаете слово, чело, лоб, чело направленное в вечность. А какая вечность, когда ты в дыму живешь в ненужном совсем? Человек по-разному звучит на разных языках. Human он на английском. Ну а что? Human там лба нет. Ну нету. Ну мы да, русские, мы будем говорить. Когда я... А, то есть только русские не сгорят в том огне, в котором уничтожат мир. Когда люди копят богатство, Ян Златоуст говорил, это 5 век, грек. Название, говорит, серебра, золото, есть, говорит, деньги, а у них там другое, деньги, то есть на один день Бог дает. Так это по-русски так звучит, значит и в других народах по-другому не звучит. Деньги. Так золото это просто космические материалы. Материал, которым люди покупают все, что есть. Но люди глупые. Да, глупые без Бога. А Бог говорит, я вам дам мудрость, которой никто не противостанет. Так мудрость дала природа, она дала человеку эволюцию. А природа сама безумная, что она может дать? Она не может дать то, что... Ладно, такой вопрос. А как насчет теории эволюции человека от обезьяны? Нету. А даже Дарвин это не доказывал. Вы хотите больше узнать? Маленько. Но это самая близкая теория. Так, скажите, вы можете сейчас без наркотика, пока разговариваем, побыть? Да я не наркоман. Ну не надо. Вы можете сейчас не дымить, пока разговариваем? Я не наркоман. Ну ладно, вы не наркоман, вы хороший. Можете не дымить, пока разговариваем? А что, дым в нос бьет? Да конечно. Вы через дымовую завесу... Извините, я не знал. Да, мы когда разговариваем, человек курит, мы стараемся прекратить разговор, пока папиросы не потушат. Хорошо, все, так. Все. Так вот, смотрите, как Бог сотворил человека, а человек пустился во все тяжкое. И тогда он обещал сына своего в жертву отдать. Христос пришел, умер за наши грехи. В этом вся история. Примем мы Христа или нет, со Христом мы будем в раю. А без Христа в аду. А в аду? А где находится ад? Ад находится, как Иоанн Златоуст говорит, по всей вероятности, за пределами Солнечной системы. А рай? А рай находится на небесах. Прямо вот там, на небе? Не знаем где. Рукой показать мы не можем. Но так и написано. И восхищен был Илья на небо. Илья? Да. Кто такой Илья? На колеснице. Пророк Илья. Древний пророк Израиля за 700 лет до Рождества Христова. За 700 лет? Да. Очень грозный пророк. Об этом говорится 3 книга Царств, 18 глава. А может быть, он просто к себе внимание привлекал тем, что рассказывал пророчество? Нет, колесница, огненная колесница подняла его, и он скрылся в облаках. Прям да, исчез. В присутствии большой массы народа. А такой вопрос. А вот если мужеложец верующий, как... Он будет гореть в огне, садомит проклятый. То есть, даже если он мужеложец, но он верующий, он не верит в Бога. Он не верующий, он не верит в Бога. Это обман. Если бы он верил в Бога, он бы трепетал и плакал. Так, Господь... таким его создала природа, он, возможно... Не природа как создала, бы, сатана, которому он отдался. Как бы он против того, что он делает, но Бог же простит все грехи. Нет, не простит. Без покаяния нет прощения. Так он покается в своих грехах. А он не кается, они идут гей-парады делают. Содом и Гоморра сгорели в огне, Содом и Гоморра. Но представим такую ситуацию. Он покается Богу в своих грехах, но он не может изменить свою сущность. Это не сущность. Как таким быть? Вы вопрос задали, не спорьте. У нас не принято спорить. Я вам ответил. Если он обратился к Богу, Бог дает помощь, он сразу будет другой. Он всю жизнь... Сразу женщин полюбит. Вы перебиваете, нельзя вам отвечать. Написано, глуп тот, кто дает ответ, не выслушав. Вы задали простите. Вопрос, вы слушаете. Простите. Вопрос простите. Задать легче, чем отвечать. Простите, да. Лучше, знаете, знать божественную мудрость, чем самобытную глупость. В этом садомиты, есть. Садомиты есть. Все прокляты Богом. А вот черные футболки можно носить? Можно. Или это тоже... Нет. Можно? Нет, можно. Никакого разницы нет. Черная, красная. Ну, как... Дети, как бы, сатаны, они нет. Все вовлечены в черное. Монахи все в черное, еще дети сатаны, все монахи в черном одежде. Ну, сатана ж любит черный цвет. Нет, он и белый всякий захватит. Он на это не смотрит, он на небе был и поднял восстание. И его изгнали вниз. Да, 12 глава Откровения Апокалипсиса.
Я это слышал. Ну и 14 глава Исаии, 28 глава пророка Иезекииля. Конечно, интересно, но вот про мужеложцев это неправда. То есть, я не перебиваю, я задаю вопрос. Вот если я всю жизнь был мужеложцем, а в конце жизни покаялся в своих грехах Богу, такой, ну, он меня простит? А вы когда умрете? Этого никто не знает. Так вот вы посмотрите, мастер Маргарита, там Валан говорит. С Берлиозом говорит. Ну да, говорит, смерть. Да он говорит, да дело не в смерти, дело в том, что она внезапная смерть. Вы можем сейчас разговор не окончить и оба умереть. Так я видел мастера Маргариту, я ей книгу читал. Ну и что? Вот как Валан беседует с Берлиозом, на скамейке сидят на Патриарших прудах. И когда рельсами переезжают, да, я это все помню. Там Басилашвили эта роль играет, очень понятно. Я все это знаю. Ну, и в чем суть? Ну, я задал вопрос. Если я всю жизнь был мужеложцем, а в конце жизни я... Ладно, я не в конце жизни, я к старости покаялся в своих грехах Богу. Он меня простит? Простит, теоретически. Но если человек знал и думал, я нагрешу, а потом покаюсь. Покаяния нет, он внезапно погибает. Автокатастрофа, тромбоз, инсульт. Да мало ли что. Вот самолет полетел... На пол слова перебиваете. Вот самолет полетел с этими танцорами в Сирию-то, и тут и рухнул. И все. А то есть в Америке вот этот теракт совершили, это они просто не покаялись? Не знаем мы. Это суд Божий знает только. Ну а это мы определенно Божий. Знаем, что без воли Божией, без допущения ничего, волос с головы не падает. А вот есть такие как бы люди, называющиеся гермафродитами. Вот как им быть? Это люди все придумывают. Не знаем мы про этих людей. У нас соседка такая была. Звали ее Шура, это Александр, а потом Анна стала. Ну, кто ее проверял? Что у него? Какие-то пошли другие изменения? Не знаем. Но вот так вот случилось. И как бы Бог помилует такое существо. Не знаем. Он не виноват. Если он не виноват, ничего и нету. Главное, что верующий был. Я ему дал Евангелие. А он вернул и говорит, эту книжку я не понимаю. Все считал, понимаю, а это нет. То есть закрыто намертво, покаяния нету. С чем это связано, Бог знает. Я не должен гадать. Ну, в общем, я понял, то, что нас всех ждет суд Божий. Всех. Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Лермонтов красиво писал. Краснейший, как красиво, очень. То есть это тоже был Сын Божий? Ну, мы все дети Божии, которые уверовали. Дети сатаны и дети Божии. Из лагеря сатаны покаянием переходят, а из лагеря Бога туда через грех. А вот я недавно смотрел сериал про ребенка сатаны. И мне понравилось. То есть мне больше нету веры, да? А вы видели такой «Сбежавший из ада» фильм? Я недавно видел «Американскую историю ужасов», 8 сезон. Там про ребенка сатаны показывали, как он привел мир к апокалипсису. Это факт, просто фантазия, это не так все будет. А вот... Но мне понравилось. Ну, мало что понравилось. Я больше не готов к тому, чтобы быть Сыном Божьим. Да это сатана делает, чтобы отвлечь. Вы и не были Сыном Божьим-то. Я не хочу больше быть. Вы... Так, а вы решаете, кто я, Сын Божий или кто-то? Нет, это вы сами себя в какой лагерь перейдете? Так вы же только что сказали, что я не Сын Божий. Если вы богохульствуете, то ясно дело, что вы не Сын Божий. Сын да Божий я... на отца я... не будет говорить. Худое. Вот. Никак. Меня Бог таким сотворил. Он не творил, это люди себя творят такими. Так, если люди себя такими творят, то при чем здесь Бог? А то, что попустил за грехи. Вы вперед смотрите. Такую славу иметь, как Адольф Гитлер, допустим, в 40-м году, ни один человек на земле не имел. Вся Европа легла. Но вперед-то маленько глянул бы. А впереди что ждет? Всем ждет виселица, отравление. 50... Почему? И если бы у него закончилась успешная операция с СССР, если бы он выиграл СССР в войне, то это был бы самый знаменитый человек на земле. Да. До сих пор. Да. Но, однако, все было так, как Бог сказал. А,
не Бог сказал, люди защищали свой дом. По велению Божию. Ценой своей жизни, ценой своих усилий. Напрасны все усилия, напрасно бодрствует страж, если Господь не охраняет его. Написано. Вот Господь сделал так, он одержал победу. 4 миллиона в плен пошли в первый же 41-й год. Пришло время, остановили, ни на чем. Проблема командования. То, что пошли в плен. Никакого слова проблема нету. Выбрось это слово из лексикона своего. Нерешенный вопрос. Простите, есть только посланные Богом... как сказать... преграды. Есть только посланные Богом преграды, нету проблем. Понимаете, вот если смотреть, как, да я к примеру скажу, Гитлер любил народ. Это вообще человек великий. Но как он поступал, это сатана в человеческом образе. То есть это был сатана? Конечно. Он поднял руку на Бога избранный еврейский народ. А евреи разве не распяли Сына Божьего? А это не касается. Как это не касается? Подождите. Евреи распяли Сына Божьего. Господь говорит так, что остаток спасется. Каждый ответ, кто распинал. А остаток спасется. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте. Ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом!